Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами снова Елена и канал «Женские секреты». Сегодня сбылась моя давняя-предавняя мечта. Теперь у меня будут бугенвилии. Я пыталась укоренять черенки, привезенные из Турции. У меня ничего не получилось. Потом я пыталась выращивать семенами, но китайцы меня жестоко разочаровали. И выросла у меня не бугенвилия, а виноград девичий. И вот, наконец, я все-таки нашла, где приобрести. Приобрела я в частной коллекции. И сейчас посмотрим, что мне прислали. Отправление первого класса в понедельник. Посылка выехала из города Курска. И сегодня она уже у меня. Конечно, страшно было заказывать. Совершенно незнакомый человек. Это не магазин. Нашла я ее в Одноклассниках. Мы с ней созвонились, списались. Вот такое чудо мне пришло. Здорово упаковала. Что? Сорт. Тут видно, что хорошие такие корешочки. Чудненько, чудненько. Сейчас я открою все остальные и покажу. Вот такие чудненькие, 4 малюсенькие бугенвилии теперь будут у меня жить дома. Наконец-то я их раздобыла. Это не желтый лист, это пестролистный сорт просто. Большие листочки зелененькие, маленькие желтенькие. Так, ну сейчас их нужно оставить в покое, сбрызнуть эпинчиком и пересаживать буду попозже. То есть, как было страшно, конечно, заказывать, но, тем не менее, вот рискнула, попробовала 4 штуки. Обязательно закажу еще. У нее большая коллекция, много сортов. Обязательно позвоню сегодня и закажу. Вот такое у меня сегодня радостное событие. Наконец-то у меня теперь появились бугенвилии. Спасибо огромное Ирине Денисовой. Очень заботливо, очень красиво все упаковала, отправила. Пришло все быстро. Даже сдачу прислала 16 рублей за пересылку. То есть все очень достойно. Большое спасибо. Обязательно закажу у вас еще и порекомендую вас своим друзьям. Ирина, которая прислала мне эти бугенвилии, живет в городе Курске. У нее есть свой канал на YouTube, как раз о выращивании бугенвилий. Именно там я ее и нашла. Очень рада, что мне так посчастливилось познакомиться совершенно случайно с хорошим человеком и знающим человеком толк в выращивании бугенвилий. Закажу у нее обязательно несколько штук сортов разных еще. И с удовольствием представляю вам ее канал молодой. Ссылка будет на канал в описании под этим видео. На этом мое короткое видео закончено. Всем хороших, красивых цветов и хорошего настроения. Пусть даже самые маленькие какие-то мелочи приносят вам радость. Например, такие, как комнатные цветы. Сейчас так мало всего позитивного вокруг, и есть какая-то отдушина, у каждого свое хобби. Вот я очень люблю выращивать цветы и дома, и на даче, и везде.
С вами была Елена и канал «Женские секреты». Всем удачи!